Пошлая Молли. Контракт. А давай заценим. Чё бы нет. Образ шикарный вообще, шикарный образ. Разъебос вообще. Обалденный трек. Разъебос конкретный. Реальный разъебос. Видеоряд шикарный, образ обалденный, все движухи классные. Это в Меркурии, по-моему, или в Федерации где, да? В башне. Очень хороший трек, очень красивый видеоряд. Откуда 33200 дизлайков, не совсем понятно. Что не так? А, когда Кирилл превратился в элитную стриптизершу со стажем, не понравился образ, да не оценили юмора, короче, не оценили рофла. Не Кирилл бледная, а Кирилл тонкая сексуалка. Бледный думает, что он топ-модель на протяжении 3 минут. Когда говорят бледный, мне, конечно же, представляется Андрей, да, бледный, из 25-17. Наверное, ну, надо Кирилл, наверное, надо правильнее говорить, потому что все-таки такое имя, как бледный. Ну, с другой стороны, жанры разные, да, поэтому окей. Когда у Кирилла Бледного с разборчивым текстом.
Пропустил тот момент, когда Кирюша превратился из депрессивного подростка в секс-бомбу гламура из нулевых. Ну да, типа многим образ не зашел, да, по ходу дела. Многим, походу, не зашел образ. Не знаю, охуенный образ. Охуенный образ, реально. Пошла моль настоящий панк лавки. Круто. Это реально круто. Это Усачев. Нет. Ну, естественно, это была ирония над шоу-бизом. Это была подъебка, да? Но насколько он воплотился в этом, естественно, он не демонстрирует здесь свой образ. Ну, типа. Да-да, я вижу, там изменилась полоска, да. Вот, вся вот эта движуха, да, контракт, короче, контракт. То есть, и хочу и вот это, и подписату хочу, и как у Бибера, и вот это, и вся прям вот пиздец. Да, но насколько это выполнено? То есть, в чем сила вообще этого клипа? В чем фишка? Потому что здесь нет пародийности. Здесь нету какого-то карикатуры здесь нет, да? А здесь есть очень четкая копия того, как это должно выглядеть. Тут нету дешевой подъебки с вот этими переигрываниями, да, такими вот нарочито переигрываниями, чтобы это все прям мерзко-мерзко было. Здесь он более или менее был в образе. И этим силен этот клип. То есть он реально вот перевоплотился вот в это, да. Местами, как бы, конечно, это кричало все, но тем не менее он как бы был чуваком, который четко показывает образ, а не кривляется, высмеивает, да, вот, если бы он кривлялся и высмеивал, это было бы параша, а тут он смог, типа, вот, перевоплотиться, да, короче, это очень прикольно, очень прикольно, респект, респект.